Всем привет! Меня зовут Джина. Вы на канале Джина в Корее. Это канал о жизни нашей семьи в Южной Корее. Мы собираемся в мини-путешествие нашей семьей. Поедем завтра, а сегодня нам нужно собрать чемоданы и чем мы сейчас будем заниматься. Я уже приготовила всю одежду в таких вот мешочках, так как мы едем в аквапарк. На обратном пути мы поедем с мокрой одеждой, чтобы остальные вещи не намокли. Здесь у нас подгузники. Подгузники для использование в воде, спасательный круг детский. И это еще не все, нам нужно купить еще продукты, так как детей нужно будет чем-нибудь кормить, нужно закупиться. И сейчас мы поедем в магазин. Ну а для начала давайте с вами соберем чемодан. Вещей мы берем немного, в основном это детские вещи. Есть еще вещи, которые сейчас стираются, и перед выездом из дома нам нужно будет закинуть их в сушилку, чтобы когда мы приехали домой, вещи осталось только сложить. И там, в принципе, докладывать немного, в основном это одежда и Эля. Мы купили много всего. Конечно, мы не все возьмем с собой, а только часть. Едем, потому что только на одну ночь. Но заодно закупились продуктами домой. Вот что мы с собой возьмем из продуктов. Тут в основном молоко, рамен есть, внизу там рис, вы его не увидите, и детские закуски, которые можно будет есть в дороге и также в отеле. И здесь у нас фрукты, я покупала бананы и виноград. Мы выехали, ехать там 2 часа. Детишки там сидят сзади с чемоданами, с пакетами. Летом мы хотим поменять машину на машину побольше. Она будет гораздо больше, 9-местная. Так что летом путешествовать будет. Хотя куда летом путешествовать? Летом я рожаю. Так что про путешествие можно забыть. Хотя мы еще на это посмотрим. Мы заехали на перевалочный пункт, что мне нужно в туалет. И заодно мы хотим пообедать. Купим что-нибудь. И поедем в машине, потому что Елька спит, не хочется его будить. Мы купили хот-дог, но я хочу еще такпоки. Это клетки в остром соусе. Дети поели еще дома, а вот мы ничего не кушали. Так что голодные. Мы заказали курочку. Рисовые клетки. И муж еще себе заказал одень, рисовый пирожок. А еще мне заказал, оказывается. Замда. Кушаем в машине. Мы приехали пораньше, чтобы подольше побыть в аквапарке. До заселения есть целых 2 часа. Мы не хотим просто тратить время, поэтому сначала пойдем в аквапарк, а потом уже будем заселяться в номер. Сына, плыви сюда!
Здесь вода уже погорячее, чем в большом уличном бассейне. 37 градусов, так расслабляет, и даже не хочется выходить. Единственный минус – это ношение кепки обязательное и ношение маски. Маску мы покупали отдельно, она специальная для того, чтобы плавать в воде. Аккуратненько, только хорошо. А, да. Снимай круг, круг, круг. Снимай. Ага. Ну все, мы наплавались. Плавали мы где-то 4,5 часа. Ох, сил нет, все голодные. А сейчас мы заселимся в номер, уже получили ключ. Отель большой, красивый. Сначала мы заселимся, а потом будем искать, что же можно поесть. Здесь есть несколько ресторанов. Мы уже заселились в номер, оставили наши вещи. И сейчас вышли на поиски еды. На ужин у нас мясо, кальди, ребрышки. Тут дали очень много всего. Собисы, как комплимент. Супчик. Так поки. Это мяско, мяско сейчас будем кушать. Тут еще разные панчаны. Может, как обычно, у нас отвечает за жарку. А, очень аппетитно и аромат просто потрясающий. Да, сейчас мы пришли в игровую. Тут мои мужчинки играют. Что досмотрели это видео до конца. В следующем видео будет рум-тур. Я сниму его уже при свете дня. А сейчас мы идем отдыхать. Всем пока!